Ребусы. 3. Ставим звездочку. 8. 6. Плюс 2. Звездочка. 7. Да. 8. 0. 4. Звездочка. Смотрим. Поскольку мы начинаем складывать с разряда единиц, 6 плюс 7 будет, да, молодой человек? 13. Значит, сюда мы пишем 3 и 1 в уме. Не бойтесь написать, не надо в уме его таить. Прям как я. Написали. Можно цветным карандашом или ручкой, чтобы вам было видно, что вставляете. Изначально, что было написано, потом, что вставили. 1 плюс 8 – это? 9. А в сумме получилось 4. То есть меньше, чем 9. Надо посмотреть следующее. 1 плюс 8 – плюс звездочка, у нас получилось число 4. Но 4 это меньше 9. Поэтому мы догадываемся, что это число не 4, 14 произошел переход. Да, и поэтому надо что сделать? Из 14 вычесть 9 будет 5. Итак, именно пятерочку вставляем, и один на ум пошло. И один на ум пошло. Итак, 7, единичка в уме. 1 плюс 3, что я должна прибавить, чтобы получить 8? 4. Спасибо. Спасибо всем. Молодцы.